Всем привет, наши дорогие друзья! Короче, сегодня нет у нас первая часть выживания в Майнкрафте. Распались мы на таком чудесном месте. Добываем дерево. Короче, вот. Распались мы в еловом мире. Короче, сегодня вышел видеоролик по Бравл Старсу. По Бравлу. И сегодня, короче, я выбил Биби. Вы понимаете, Биби. Дальше не дотягиваюсь. Пойдемте. Ой. Лес-то какой глухой. Ладно, давайте прогуляемся тут. Просто так погуляем. Лисы тут ходят, да? Привет, лисички, гуляем. Понятия не имею, куда иду вообще. Просто сейчас выберемся на горку. Ну, понятно. Значит, там обычный... Ой. Значит, там обычный мир. А у меня не... Там обычно я распомнился в еловом мире. Или как он тут правильно... Ай, как ты меня достал. Ну, а покупаться даже можно. Господи. Да, что за версия-то такая новая, а? Все виснет. О, стой, что ли? Деревня, что ли? Это деревня, ребят, мы нашли деревню. Кровать. Ну, мне такая кровать не подойдет. А будут вам просто еще деревню. Быстренько. О, маленький житель, привет. Сундучки. Изумруд. Дерево, забираем дерево. Изумрудник у нас тут имеется, да. Жители тут. А что с курицей? Ладно, возьмем, значит, голем заломал. Кого-то тут жители ходят. Ребят, может, останемся в этой деревне? Голем тут хороший вроде, да? Не дерется. Приветливый. Привет, житель. Хлебушек у тебя тут, палочки соберу. А, это кузница, наверное. Я просто первый раз на новую версию играю, да, ребят, я скажу. Просто убил новую версию Майна. Вот, короче, давай в этой деревне останемся. Блин, вот кузница тут, кузнец, блин. Я просто первый раз, представляете, я первый раз играю на новой версии. Вот, недавно установил эту версию. А что у нас тут? Что это? Она не пилит? Жители, извините, то, что я тут хожу, просто я первый раз на этой версии. Вот. Это без понятия. Просто вот, играю на новую версию, скачал новую версию, ребят, да. Старая версия. Что у нас тут хлебушек? Или на чем? Почему тут ты в кровати? Картофель. Все, не будем брать. Давайте будем фиолетовую кровать, потом добудем шерсть и перекрасим ее. Просто так вот. Мнем кровать эту. Сундучки надо собирать. Ну, ладно, соберу все это, заберу с собой, что хоть. Я, короче, вот, в первый раз там на такой деревне нахожусь. Никогда на такую деревню находила. Напишите в комментариях, вы находили такую деревню жителей? Мы в этой деревне останемся, будем жить, потом жителям будем помогать. Вот, только тут все заросло, непонятно, я не знаю. Тут есть еще дома какие-то, тут тропинка какая-то.
идем по этой тропиночке. Посмотрим с горы, что тут. Забрался, короче, вот по тропинке. И ничего, давайте соберем морковки. Надеюсь, жители отдадут мне морковку. За собой потом засажем. Засадим. Как раз я посмотрю с высоты. Это первый час выживания в Майнкрафте. Столько морковок не будем жители, конечно, ограблять. Грабить сильно. Ну, сами понимаете, как-то не хорошо прошел в чужую деревню, начал все грабить. Это котельная, да, я так понимаю. Ай! Ух ты, ух ты. А что это фиг? Темнеть начинает, ребята. Такая деревня, мы потом подрастистим. Ай-яй-яй. Растистим, порастистим это, потом эту дорогу, короче. Все деревья нарубим. О, синяя кровать. Все, я тут осуюсь, ребята, это будет мой дом. Все, я... Нет, да, я же, это мой дом, все. Эти саженцы пусть... Сейчас я их выкину. Это будет мой дом, все. Выкину куда-нибудь я их. Знаете, куда? Ну, потому что тут тоже, ребят, знаете, что как-то не очень. Все хорошо, живем вот теперь вот в этом домике, ребята. Вот, даже верстак есть. Все нормально. Такой домик, ну, маленький, да, сейчас все. Скрафтим мы, пожалуй. Топорик. Потом этот домик побольше сделаем. Поделаем тут. Вот такой у нас домик. Или переехать в другой какой-нибудь домик. Я пока что тут останусь вот в таком, хотя бы в таком маленьком домике. Я потом его сделаю, сюда выдлинять буду. Вот тут буду останусь. Сундучок положу, вещи свои сюда, весь все в сундук. Топорик. Все складываем, морковка, кровать. Ну все нормально вроде, да, ребята, устроились, есть захотел курицу. Потом сходим в шахту, накопаем железо, все это. Нам надо скрафтить щит, как у нас щит скрафтить, посмотрим тут. Блин, ничего не могу скрафтить, ладно. Спать можно только ночью, только появление задано, да? Да, все, потом утром, ребята, встаем, берем топорик, добываем все дерево тут поблизости. Ну, чтобы. Иди сюда, я как бы, тут моя. Поспим. Спасибо, ребята, что жители строим. Да, у меня может голем. Кстати, я себе скин установил. Ну, как вам, напишите в комментариях, как мой скин вам. Берем топорик наш. Если мне сейчас голем не будет добавить, то что я жителя по дубасе убил. Опа. Блин, все-таки будет. Сейчас, погодите, я включу кое-чего на стройке. Смогу, надеюсь, это сделать. Для сохранения инвентаря. Так, так, продолжить игру. Голем, не бей, пожалуйста. Блин, зачем я жителя дубасил? Он теперь из дома не выпустит. Что, переезжать придется? Ай!
Ну ладно, прости. Ребят, мы вам теперь не будем. Ставь на наш видеоролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Фанни Гелик. Всем пока-пока.